Європи, радійте разом з нами, святкуйте разом з нами День Європи у Полтаві! Вот сейчас, после такого конкурса, после такого фестиваля, после такого праздника искусств, наконец мы пришли сюда, на священное место нашего города Полтавы, этой духовной столицы нашей Украины. И мы сегодня чествуем всех победителей, а победители все, потому что фестиваль – это праздник. Это ни в коем случае не борьба, это ни в коем случае не конкурс, это наше с вами объединение. И особенно это трогательно, что мы объединяемся в День Европы. С праздником вас, с сегодняшним праздником в нашем городе. Всех поздравляем!